В республике с 2014 года формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Постановлением правительства Республики Башкортостан определен перечень многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу. В этом году два дома в селе Николо-Березовка попали в эту программу. В 2016 году в селе Николо-Березовка региональным оператором было проведено два капитальных ремонта на двух домах. Это дом по улице Дорожной, 38, капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения. И ремонт кровли крыши по адресу Молодежная, дом 3. Согласно заявленным сметам, работы были сделаны полностью. Подрядчиком работ в обоих случаях являлся Нефтекамск стройсервис. За качеством работ следили как управляющие компании на Дорожной 38, это компания УК «Коммунальник», на Молодежный дом 3, это управляющая компания «Наш дом», также и сами жители данных домов. Жители многоквартирного дома по адресу Молодежная 3 долго ждали начала ремонта кровли здания. Объем проделанной работы большой, и была выделена внушительная сумма более 1 миллиона 730 тысяч рублей. На сегодняшний день работы завершены, но вот только качество проделанных работ, по словам жителей, оставляет желать лучшего. Наш дом по адресу Молодежная 3 Николо-Березовки нуждался в капитальном ремонте кровли и утеплении самой кровли, так как у нас идут большие теплопотери, вторые этажи мерзнут за счет того, что потолок холодный. Кровлю нам как бы сделали, скорлупу как бы, да, но утепление не провели, с чем мы как бы, ну, остались недовольны. Также при ремонте кровли мы остались недовольны работой, потому что свет из балконов сделано не совсем качественно, попадает вода на балкон, о чем мы боимся, что будет обрушение потом балконов, будет вот эта плита разрушаться. То есть есть вот такие, ну, значительные для нас недочеты по работе, как бы, да, на что, в принципе, региональный оператор, ну, не отреагировал на наши просьбы. Также у нас не сделаны подвалы, сделали кровлю, и сейчас эта вся вода побежит в подвал. То есть будут вот такие проблемы, мы остались. Ну, мы планируем написать, конечно, будем пробовать коллективные письма писать, как бы, в администрацию, чтобы с их стороны было какое-то содействие в управляющей компании. Ну, и также обратимся, конечно, к региональному оператору для того, чтобы доработать, довключили и, конечно же, проделали. Вы говорили, что вот согласно смете они все провели. Да, согласно смете, как бы смету я проверял сам лично, да, то, что было в смете, они сделали. Но изначально, когда приезжали, региональный оператор и спрашивал нам, какие вам работы нужно, как бы говорилось так, что это деньги вашего дома, какие вам работы нужно сделать, мы как бы все это показывали, проблемы своего дома. Да? То, что не то, что у нас проблема была, что кровля бежала. У нас кровля не бежала, у нас проблема была то, что надо было утеплить ее. То есть, да, ну, в смету заложили, просто поменяли шифер на профлист, и все. И вот эта проблема-то от этого не решилась никакая. Преобразование ждал и жилой дом номер 38 по улице Дорожная. Здесь провели капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Было потрачено более 230 тысяч рублей. Работы по реализации данной программы в районе еще будут продолжаться.